Ну да. То это тоже на самом деле сколько это? Это уже 22. 20, да, с чем-то. Я вчера как-то должен на концерт. Круто! Ускоряемся, по хлопочку бежим в пахнет.
Что происходит? Еще чуть-чуть ускориться. 10, максимальный темп. 5 секунд. Ускорение, 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 концовочка. Стоп. Не, можно, конечно, отклониться. Но тогда я боюсь, знаете, ты туда убежишь. Ну что, пошли цветочек поставим. Быстренько трясение сделаем. Вот. А когда в среду, мы 16 на танке. Нет, нет. Олег, тихо, тихо. Thank you.
Шустрее, шустрее, третья серия, максимальный темп, давайте побыстрее вдвоем. Готовить. Начали.
Назад спиной. Встаем, мы вдвоем против Кости. Что, я тебе одиночки говорю? Давай. Вы вдвоем. Твою брать. Это аут. Три.
Красиво было. 6-2.
где мы сюда и ходим? Сзади нужно научиться левой нормально отбивать. Сам лучше бэк. Ну слушай, ну вот отсюда я уже не так. А зачем его выбивать отсюда? Так я уплыть телевизор хотел положить, не хотел его выбивать. Я ни разу не хотел. Ни секунды. Ну я не могу, во-первых, его туда перенести. Стукнуть посильнее, да? И подальше. Нет, спокойно. Это да. А то он не прилетит. Ну там просто не дай. Я так понимаю. Надеюсь, это тоже не будет. А то я тут играл с косвечением в этой ракетке, она просто так тренинг знаю, расходится так вот в сторону. Чего? Ну это еще и крупная. Это прям крупная, которая мне подарили. И она вот такая вот, прям вообще ее натянули, прям хорошо прошла. Отвечает, это гри-гри на задней линии, знаете, как это, как ты не ракеты наводишь, извините, мне это гри-гри. Это вообще чушь полная. Ну я вот играл, и она вообще прям разводится в разные стороны. Ты что, все равно зависит? Попадали на ракеты? Да. Кстати, да, если сравнить, видно, что здесь, ну, помимо того, что, ну, что только эти коревизии, цветы и надпись в другом месте чуть-чуть. Да, надпись повыше. Контрафакт. Какая-то из них, да. Я думал, что моя контрафакт. Моя сломалась, очень легко отболеть на качках. Ну, как это? Тоже настоящий, тоже настоящий. То есть, смотрите, пускай вот тянет, надо отдать ракеты с крыльями. И появляются вот такие вот косточки. Но это единственный способ проверить настоящий ракет. Все остальное очень долго. Долго, мучительно. А вот эта наклейка, она из этого, из... Не наклейка, это фактически краска. Это когда начинаешь ее чуть-чуть ломается. А не отклеивается. Да. А если китайская ракета, то это наклейка, а не краска. Ну какой смысл заморачиваться, чтобы тут наклейку еще? Какие-то они разные. Да. Ну может просто разного года выпуска? Ну, моя еще и ремонтирована. А, тогда бесполезно сразу. Что-то я это... Что, дура, хорошая ракета. Ну, тяну хорошо, нормально. Да. Когда ты не подойдет, я вам открою. Да-да, непонятно, чем натянуто. Давайте, баллончики. Ты можешь мыть его? Теме? Нет. А, ты биты собирал? Там целые или нет? Там биты или не биты? А, биты. Биты это можно. По целине? Да. Не знаю. Давайте смешим, поработаем сначала такие. А по целее на сеточку поставим. Кстати, я не могу. Берем вот этот грифель. Кого? Кого? Что-то мне это не нравится. По спине грифом.
валаны грифом отбивать? Руки на плечи. Thank you.
дело стало. Непривычно. Thank you.
А прикинь, что будет послезавтра? Послезавтра. Thank you.
тебе тоже должен. Макс. Вот так. Ты не обещал? Ну, неделю, два дня. Что на жалобы здесь таких, да? Это опасно, сейчас... Thank you.
Понавесили тут. И валан этот еще. Летает, да? А я помню, тут тренировался на ракетке, кстати, где она? А это хрень, прям. Thank you.
попроще. Thank you.
Еще попробуем.